О пожаре, произошедшем накануне вечером в квартире на последнем третьем этаже в доме по улице Саперной, сейчас напоминает лишь вода на ступеньках подъезда. Между тем, соседям, живущим рядом с той квартирой, где был пожар, пришлось несладко. Мы хотели выйти и не смогли из-за дыма. Потом сразу же приехала пожарная и потушили. Вас эвакуировали как-то? Ну, мы вышли, да, все. Ну, из этой квартиры. Пожарные вывели на улицу четверых соседей, а также непосредственно женщину, находившуюся в горевшей квартире. Погорелице потребовалась медицинская помощь. Пожар был небольшой, сразу это самое заметили соседи, нам позвонили, мы вызвали пожарных. Практически там только тлело, скажем, вот так вот. И у нее обгорело немного лицо. Немного обгорело лицо, она сейчас в ожоговом цирке. А пострадавшие соседи рассказывают как о пьянчушке, которую к тому же время от времени забирали на лечение в психиатрическую больницу. В ее обители уже давно были отключены газ и отопление. Сама квартира, как рассказали соседи, принадлежит ЖЭКу. Виталий Лобскир, Андрей Радич, агентство телевидения «Новости».